И знаете, куда мы идем? На гору! Ура! Смотрите, новая эпидемия съемок. Таня, я сейчас подскажусь, где наш. Таня, ты где? У меня уже давление поднялось. Смотрите, какая шляпка. Таня, да? Мне гораздо удобнее. Татьяна, меряем. Я буду себе камеру убирать. Даша, я. Мне сейчас кепку подожди, пойдет. Даша, помогай. А знаете, нам скажут кепки одеть, потому что облако. Ладно, оденем. Там было облако, и мы решили одеть кепки. Да, нам сказали. Наша цель похудеть и обогнать всех. Да, мы едим. Конечно, такую сон нас куда же припекает, не правда ли? Солнышко прям супер. Вообще. За облаками. А уж видите, скажется, только одного облака. А где Татьяна? Мы его потеряли. Татьяна. Она за... Я там махаю. Я переключаю. Нет. Пошли, Даша. Какой жизни вам подаем? Сколько камешков. Я вижу, Таня, сняла свою супершляпку. Ребята, я сейчас подканусь. Смотрите, тут просто камень. Надо было селфи-палку знать. Вот как знал, вот как знал. Гора развалится. Пошли. Даша, это был комплимент или нет? Да, это был о май гад. Самое главное, не упасть, это будет фиаско, братан. Там дядя не так. Вон, он указатель стоит. Ой, не туда. В смысле? Даша, нам туалет нашли только что. Где? Виолетта, мы снимаем. Что так не могу сидеть туда? Виолетта, мы только туда пошли. Это теперь с горы вниз. Подожди! Виолетта, стой, я на мою. Настя снимает, Настя, их не меня. Хорошо. Снежа, подписывайтесь на Настю. А не Снежане? Я не сказала. А, ты мне наврала, да? Люди да. Снежана, да. Это Люди Снежана. Люди. Подписывайтесь на Настю. Песок, о, как я давно тебя ждала. Мы прошли всего лишь полкилометра. Это какой-то капец. Еще один шаг дал. Они издеваются, что ли? Они нам, походу, нельзя сюда. Я просто, Виолетта, понимаешь? Просто такая карма, что я уже устала. Видать, топливо все истратило. Мне сейчас горы. Настя, сколько ты не снимаешь? Давай постели. Я хочу спускаться, а не подниматься. Да, это будет капец. Короче, давайте туда, когда мы заберемся на эту гору. Хотя неизвестно, когда мы заберемся. Мы к вам присоединимся. Какая там темнота. Будет прикольно, если мы туда пойдем. Очень круто. Так. К стенам нельзя подходить, потому что падают камни. Я сказала, что нашла. Ну ладно, не слышит. Покажу пещеру в другом плане. Короче, пещера. Конечно, навряд ли вам видно. Но, короче, она очень-очень глубокая. Сейчас, давайте подойдем, нам разрешили. О май гад. Тут летучие мыши есть. Вау! Это пещера. Охренеть. Офигеть. Это как такое? Нам даже не разрешит заходить, потому что тут можно заблудиться. Я просто сюда зашла и без капец. А тут такой еще, знаешь, воздух такой. Она такая глубокая. Да, там еще мыши живут. Летучие. Очень круто. Да, круто, да? Это пещера. Она просто настолько гигантская. Тут, видать, кто-то уже потерялся. Говорят, что тут некоторые даже потерялись и так не вернулись. И если мы забудемся, нас уже никто не найдет. Ой, это так страшно, тут еще такой холодный, прохладный такой воздух, такое, знаете, ощущение, ужас. Все, мы выходим из пещеры, это какой-то ужас. Ну, на самом деле, это классно, но немного и опасно. Но мне понравилось, очень прикольно, кстати. Ой, солнце. А что тут?
Конечно, обидно, что мы по ней так и не прошлись, но говорят, что эту пещеру не исследуют, так как в ней очень много ходов, и там капец можно заблудиться, что тебя больше никогда не найдет. Там люди даже погибали. О май гад, это просто так страшно. Ваня. Вот. Да, хорошо. Мы сейчас идем на другую гору, и там будем уже есть. Да. И как сказать, Маша, я не с этой стороны сняла. Есть там будет вкуснее. Да, там будет еда намного мы, вкуснее. Мы, честно, вот все очень голодные, потому что мы 2 часа не едем. О, это так красиво. А еще здесь теплее, чем у нас в городе. Здесь солнышко светит. Да, а в Тольятти у нас капец. Там вообще тучи. Ого, тучи, тучи. Ой, короче, сейчас мы пойдем вверх на гору. Я не знаю точно какую, но, короче, смотрите, они все такие высокие. Там в пещере очень страшно. Там очень прохладно еще так. Как это? Очень прикольно. Почему нам летучая мышка не встретилась? Я так хотела. Они, наверное, в глубине живут. Нет, они в дырках. Ну да, а я видела, а там, я видела там тоже дырку. Да, ну, вот есть, мы почти все видели. Пожалуйста, мы еще не видели. Вот. И на самом деле наш путь будет очень долгий, наверное. Ох, поэтому надо собраться с сил. На самом деле, просто у меня... Короче, ребят, так я не договорю, потому что меня все сбивают. Так вот, смотрите, ребят, просто тут горы настолько большие, что они даже просто не влезают. Допустим, когда мы делаем селфи, это ужас. Селфи, а там еще не глазо! Настя, ты это выложишь? Да, я смонтирую, я, наверное, буду монтировать, когда буду ехать. Понятно. А мы ехали сюда 2 часа вроде были, да? Нет, больше. Да. Больше? Нет, меньше. Больше. В 10 вы? 12 лет. Ну, короче, где-то примерно 2-3 часа. Ну, где-то так. Вот. Ты что делаешь? Она меня снимает. Она... Ну, хотя я не против. О, у меня уже рука. Я так и знала, что надо взять селфи-палку. Но я не взяла. Потому что я... Да, понимаете? В автобусе еще... Мы сейчас такой вон расстоим. Короче, мы садимся в автобус. Вообще нет, мы не садимся. Мы думаем, вот это наш автобус. Значит, мы подходим к автобусу. Можно? Да. Чтобы мы не начали с автобуса, с того момента, как мы со школы. Короче, там случилось ЧП. Нам сказали, то, что нельзя проносить портфели. То есть портфели, да, нельзя с собой. Мы складываем в отдельный, как бы так, внизу, специальная такая... Как там? У тебя еще нет. Внизу. Ну, типа такой, знаешь, багажник. Да, багажник. Туда чемоданы. Да, туда, короче, мы сложили все наш портфель. Нам было так жаль. Потому что там была еда. Понимаете, еда. Кто-то мне тут уступал. Это просто мода. Я тебя снимаю, короче. Вас там это ждет. Они туда идут. Пещеру. Вот, и, короче, нам пришлось расстаться с портфелем, и поэтому мы не могли снимать, типа. Как шумно! Самое-самое модное. Она придумает моду. Ее надо полный рот. Скажи что-нибудь крутое, Тань, давай. Короче, знаете, самое сейчас модное в нашем мире? Это панама с помпоном. Но так как она очень дорогая, она стоит, короче, 3 миллиарда рублей, то я не могу ее себе позволить. Но лично для меня она уже изготавливается. А, то есть... Да! Тань, у тебя будет еще канал? Когда-нибудь. Модные влоги. Да, твои типа... Модный влог от Тани. Мы, короче, сфоткались. Теперь мы идем на гору. О, боже мой, как... Смотрите, полка. Там. Дим, этот мрамор. Какой мрамор, Таня? Смотрите. Мрамор нашли. Да. Как Их ненавижу. Аля! Да, смотрите, остановка Аталия! Наша красивая. Так что это? Ладно, мне так и не сказали. Что такое? Смотрите, господи, какая красота. Вы только посмотрите. Офигеть.
смотрите. Сейчас мы делаем фотографии и камеры. Такая проблема, если тебя кепками пишу. Ушла с дороги. Ушла с дороги. Да куда уж с дороги? Круто, не правда ли, мисс Вселенная? У него 14%. Красиво, правда? Мы сейчас дальше едем в автобусе. Вот. И поэтому встретимся уже, ну, максимум я еще вам могу дорогу снять. Все. А мы уже приехали. Ребята, мы уже есть. Есть на берег. Девочки, как всегда, вот. И больше нам делать нечего, как тут есть. Экскурсовод это не все. А нам нельзя покупать. То есть это даже еще круче. Нормально. Ну, небольшой перекус. Это небольшой перекус. Так, ну и где мы? Есть. На полу. Вообще все долго тут делается.